Понятно. Девчонки, ваши вопросы. Да, вот Вера. Вот при этой light диете, когда разрешается один день есть все что угодно, voilà, да? Si, si on prend cette diète, ce régime light, quand vous nous permettez oui. dimanche manger tout ce qu'on veut, un repas. Hein? Нет, вот не все, un что repas. Хотите. В воскресенье можно есть одну еду только в воскресенье. C'est pas le dimanche entier, c'est le un repas. Одну еду это как? Не весь день вы едите все что угодно. Ну, в день несколько приемов пищи. C'est un repas de gala, c'est pas une journée de gala. Один прием. Пищи. Только разрешенные продукты. Один прием пищи, все что угодно. Все что угодно. Alors, repas gala, ça veut dire tout ce qu'on veut. Repas gala, ça veut dire une entrée. В обед, например. Все что угодно, только один раз. Да. Макдональдс, один раз. Да, да. Oui, c'est McDonald's, oui. Пицца. Понятно. Mais une portion. Но pas deux pizzas. Одну порцию, две пиццы нельзя. Понятно. А психологически, не кажется ли вам, что это как раз тот день, когда человек... сорвется именно в этот день, да, если разрешать это. Est-ce que vous pensez pas que psychologiquement la personne va abandonner votre diète exactement ce jour-là? Abandonner? Non. Non, au contraire, le lundi, elle a envie de nettoyer. Напротив, ему в понедельник захочется почиститься. А, си, да? Си. Да-да. Мне как бы, наоборот, другое мнение, да, мне кажется, если разрешать расслабиться, то, si может быть, это касается русского менталитета, да, не французского. Relaxer, peut-être, c'est lié avec да они прям расслабятся. Russe, pas français, mais vraiment, c'est un repas. Это всего лишь один прием пищи. Да, это всего лишь один прием, но он последует, то есть, если мы сами себе разрешаем, да, то в какой-то момент мы не можем остановиться. Se permet de. C'est pas on se permet, c'est autorisé. Мы c'est pas on se permet. Позволяем, это обязательно нужно. Il faut le faire. Нужно это делать. Это я, конечно, писано. Очень хорошо понимаю Веру, позволь себе только один раз. Да, я как бы именно с этой точки зрения, позволь себе, ты не можешь остановиться, понимаешь? Когда этого нет, тебе легче это пережить. Merci, merci. Нет, можно остановиться. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui disent, je fais mon écart, parce que je sais que demain je vais nettoyer. Напротив, есть много людей, которые говорят, да, я вот сделаю себе эту ужасную поблажку, но зато на следующий день я почищусь. Elle a la mentalité extrême. Donc elle est faite pour le premier régime. У вас экстремальное мышление. Да. Ортодокс. Я, наверное, больше предпочитаю не исключить и не пробовать и к этому себя не испытывать. À exclure absolument et oui. ne pas se tourmenter. C'est pour ça que elle est faite pour le premier régime. Не делать послаблений. Поэтому ваш тип диеты это первый. Non, parce qu'il y en a d'autres qui peuvent pas. Il y en a d'autres qui disent qu'elles peuvent pas le faire. А другие наоборот, они говорят, что мы не можем в таком жестком режиме жить. Il y a des gens qui disent je peux pas rester une semaine sans faire un écart. J'ai besoin de faire un écart. И есть люди, которые говорят, я не могу всю неделю оставаться в рамках и не позволить себе какое-то отхождение. Et le dimanche c'est la famille, c'est le repas de famille. А как же, например, семейный обед в воскресенье. Знаете, что самое интересное? Вот на вашей диете я не скажу, что она какая-то жесткая, что она чего-то ограничивает. Это просто некий способ питания. Это потому, что вы жесткая. Да. Нет, ну просто понимаете, как если стоит цель, да, вы хотите ее достичь, либо надо это делать, либо не делать вообще. Je crois que si y a le but, soit tu le fais, soit tu le fais pas. Oui, mais il y a tout le monde n'est pas comme elle. Да, но к сожалению не все такие как вы. Au début, je croyais comme vous. Я думал так же, как вы сначала. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, moi je peux pas. И я начал встречать людей, которые говорили, а я не могу. Et si vous me donnez pas, je prends. И если вы мне не дадите, то я все равно это возьму.